Всем привет, мои дорогие мальчики и мои красавицы девочки. В общем, болеем. Ну как, я уже получше. Я даже, видите, как собралась на прогулку. Ну а что, надо же свое здоровье как-то поддерживать. А Джончик заболел, да? Вот сегодня у него аппоинтмент, поедет к врачу. Американцы в панике, новый вирус. Про корону уже совсем забыли. Тут какие-то новые вирусы каждый день. И, ребята, вы знаете, я не понимаю. Я живу здесь 8 лет. И каждый год мы болеем. У меня создается такое впечатление, что людей просто держат в страхе. Придумывают каждый год какие-то дурацкие вирусы. А так на самом деле, ну какая болезнь? Кашель, сопли. Я считаю так, ребят. Надо съесть чеснока, лука от души тогда, ну чтобы, конечно, у вас выходной был, чтобы не ходить там, не пугать всех. И все, вся эта болезнь пройдет. Второй момент. Тоже там писали мне, что ты там ходишь по своим магазинам, время тратишь. Мы все покупаем в интернете, даже еду заказываем в интернете. Слушайте, девочки мои, красавицы, ну нравится вам? Ну и покупайте в интернете. А я считаю, сходить в магазин, это, между прочим, дополнительный фитнес. Вот смотрите, я приехала на прогулку. Сейчас я буду гулять где-то час. А потом я еду в магазин, в котором я тоже проведу, наверное, ну часа два как минимум. И домой, пока приеду, пока это все разложу, пока там начну готовить туда-сюда, это тоже фитнес. Нифига себе, ребят, пробка в Коско, все, капец. Я чувствую, там, наверное, не продавиться. В прошлом году такого не было ажиотажа. Ну, понаехали, я говорю. Вот, знаете, ребят, после этого вируса дурацкого заполонили наш Лонг-Айленд отовсюду. В таких тачках в Коско только ездить, да? Внутри тоже, смотрите, сколько народа, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. А что там на кассах-то? На кассах беда-беда. Да уж, вот я приехала. Могла бы и не приезжать, потерпели бы. И что это такое? Рисовые крекеры. Первый раз такие вижу. Кто-нибудь пробовал? Упаковка, конечно, вот килограмм целый. Интересно, вкусные они или нет? Так, я решила сразу взять свою буэну. Обычно я в конце беру. Но я так смотрю, видите, очередь начинается-то там где-то вдалеке. Поэтому лучше сразу возьму. Вот, пожалуйста, вам 16,99. Дорожает моя буэнка. Что поделаешь? Все дорожает. Как у вас, ребят, в магазинах? То же самое? Напишите. А я иду за яйцами. Решила взять большую упаковку. Буду делать салатики. Ух, здесь еще холоднее. Так. Ну вот. Органические яйца. Слушайте, ну тут прям реальный трафик. Стоим уже, ждем. О, Джончик дома. Я думала, он уже уехал к доктору. Пока еще нет. Ну и отлично. Поможет мне разгружать. Я еще, ребят, в один магазин заехала. Мне капкейки нужны были. Но я вам покажу. И вот еще там докупила. Там, конечно, вообще толкучка. Я такая голодная, думаю, перед тем, как вам все показывать, надо поставить рыбку в духовку. Взяла себе свежую флаундер. Смотрите, сколько там? Практически $12. Вот, приготовлю два кусочка. Шпинат, помидоры, цукини. И, как всегда, дольки лимона. Обычно три кладу. И сверху соком поливаю. Джончик уехал, мы с вами в гордом одиночестве. Говорит, пойду выпрашивать антибиотик. Представляете, какой абсурд. На коленях выпрашиваем, девочки и мальчики, а иначе все. Никто вам эти антибиотики не даст здесь. Кстати, забыла сказать, девочки, добавила розмарин к рыбе и тархун. Ну что, посмотрим, что я купила. Ветчина. Решила в этом году из нее приготовить оливье. Я думаю, что будет отлично. Кстати, вот в тот магазин, в который я заехала, в другой, там я докупила майонеза, ребят. Покупаю вот такой майонез, смотрите, органический. Вы знаете, он мне очень нравится. Похож на наш провансаль, вот тот, советский. Да, очень классный. Взяла также огурчики. И зеленый горошек.
Все остальные ингредиенты у меня есть. Буду готовить еще и селедку под шубой. Вот так. Кстати, по поводу оливье. Джону оливье нравится, но только без соленых огурцов. Я всегда, когда нарезаю салат, я ему кладу отдельно. Ну, а что я могу сделать? А майонез ему нравится. Дальше. Дэвид меня попросил купить вот эти печенья. Они называются Black and White. Закончился у меня гель для душа. Взяла вот этот, потому что Джону очень нравится запах. Дальше взяла упаковку молока. Молоко органическое, целое. Здесь 3 пачки по галлону. Ну, там 3 с чем-то литров. Вот так будем готовить творог, сметану и что там еще, и кефир. Для стирки средства. Купила Дэвиду капкейки. Завтра у него мероприятие. Мне кажется, очень миленько. И еще взяла вот такие печенья. Но это нам, на Крисмас. Мне кажется, круто-круто. Как раз одну печеньку вот эту для Деда Мороза. Дальше, девчули мои сейчас будут смеяться надо мной. Смотрите, что я прихватила себе. Вот такую рубаху. Нифига ж себе. Смотрите. В прошлый раз не было моего размера. Какая прелесть. Дома ходить. Не на свиданку же. Ой, девочки, я не могу над вами. Как начнете там что-то говорить... Зачем это взяла, зачем то? А что, мне нравится. Ну а куда мне здесь модницей быть? Мне надо так, чтобы все было удобно и комфортно. Ну и как Джончик скажет, недорого. Так, ну что, все пуговицы расстегивать? А, расстегиваются? Я думаю, нет. Слушайте, ну отлично. Какая прелесть. Смотрите, классная какая. Да вообще крутяк. Дома-то ходить. Ну, такая рубашка. А если воротник поднять, так вообще моднявая. Засучить рукава, там, знаете, вот это вот все под джинсы. Такой стиль кантри. Да? Что скажете-то? Девочки, опять все плохо? Опять вкуса нет. Ну, что поделаешь? Такая вот родилась. Без вкуса. А мне нравится. Хорошо, тепло. Класс. Буду сидеть на диване. Нога за ногу. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Значит, у меня 2 чека. Один из Коска. Коска. Да, значит, вот это вот все, что я взяла. Молоко. О, кстати, забыла сказать, ребят, еще курица в холодильнике. Коска у меня получилась $259.35. Немного. Так, а в другом магазине... Так, сейчас, ребят. Я приблизительно помню. А, вот. Так, а в другом магазине у меня получилось $127.15. Смотрите, последняя конфетка осталась. Джон и Дэвид все съели. Что там с моей рыбкой-то? Давайте посмотрим. Ой, не могу больше, не могу. Ой, ну красотища. Всех с наступающим Новым годом. Всех люблю, обнимаю, целую, как говорил Брежнев, в засос.